Новое поколение канадеров будет качественно и быстро обслуживать относительно небольшое количество пассажиров на местных линиях. Очень важно, что мы развиваем в Австралии хорошую региональную транспортную систему. К тому же это выгодно. В этом нам помогают региональные самолеты. В ближайшие годы появятся 9 новых типов региональных самолетов. На каждый новый суперлайнер будет приходиться от 20 до 30 региональных самолетов. Маленький самолет вызвал большой интерес у многих авиакомпаний.